Эта операция проходила в поселке Толстопальцево на западе Москвы. По оперативной информации, эти мужчины входят в состав преступной группы, которая занимается реализацией поддельного алкоголя. Чтобы изобличить злоумышленников, оперативники провели контрольную закупку. С бутлегерами заключили сделку на 20 тысяч бутылок водки. Фура, груженная коробками с контрафактом, прибыла в столицу из Северной Осетии. За партию водку предприниматели попросили 6 400 000 рублей, то есть по 320 рублей за одну бутылку. И чтобы подстраховать себя, они попросили наших сотрудников часть суммы положить в банковскую ячейку, а оставшуюся часть передать, когда фура с водкой уже приедет в Москву. Еще троих участников преступной группировки задержали в офисе банка. Финансовое учреждение, они пришли, чтобы забрать оставшиеся деньги. Именно этот ранее судимый гражданин, по версии следствия, является организатором преступной группы. Что здесь делаешь? Заключал сделку. На предмет чего? На предмет алкогольного напитка. Сколько получил денег? 6 400 000. В фуре оперативники обнаружили еще более 4000 бутылок водки, предназначенных для других клиентов. Экспертиза уже установила, весь алкоголь поддельный. Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям. Это использование заведомо поддельных марок акцизного сбора, а также незаконное использование товарного знака. В настоящее время один член преступной группировки находится под стражей, а второй под подпиской о невыезде. Сейчас все 6 подозреваемых задержаны. Оперативники устанавливают адреса цехов, в которых производился контрафактный алкоголь, а также места сбыта поддельной продукции.